Қайырлы күн, добрый день. Қазір Талғар қаласында жүрмін. Бүгін Рысқұлов деген ауылға барамыз. Ол Талғар ауданында орналасқан. Добрый день. Сейчас еду по городу Талғар. Сегодня едем смотреть населенный пункт Рысқұлова, который находится вблизи. Сегодня на улице плюс 5 градусов тепла. Вчера здесь, в городе Алматы, в Талгаре там, и в целом в области был снег. Ну, думаю, многие заметили, что такая прям плохая погода была. Сегодня у нас 30 марта. Вот, и едем смотреть новый аул. Погода сегодня классная. Там вот вдали горы так отлично, отчетливо видны. Акбулак Олимпик Центр налево. СОК Акбулак. Оныш километр. Вот нам как раз туда, налево. Пока не появилась новая дорога, раньше все ездили по этой дороге до горнолыжного курорта Акбулак. Как раз по этой дороге и находится населенный пункт Рысқұлова. Здесь вот уже начались какие-то дома, какие-то строения с левой стороны. Так, видимо, здесь какой-то ресторан вот в виде юрты. Поля, поля. Также знаю, что в этих, так скажем, краях очень много яблок растет. Тут вот с правой стороны тоже большая территория какая-то, большой забор. Идет тоже застройка, вроде как жилыми домами. Вижу, газовые трубы есть. Пока что еще не было знака о начале населенного пункта. Так, вот тут вроде как въезд в аул. Также у нас здесь соединение с новой дорогой. Так, знак стоп даже есть. На въезде заведение Хого Талғар. И вроде как мы заезжаем в аул. Хамас, Саумал. Также хочу подметить, что здесь очень много разных домов отдыха, баз отдыха и в целом много развлекательных комплексов находится вблизи аула Рысқұлов. Вроде как даже есть какие-то гестхаусы, гостевые дома. Въезд в аул асфальтированный, но асфальт старый, такой разбитый, очень много дырок. Райымбек Батыр көшесі. Дорога здесь лучше не стала. Также много дырок. Вдали вижу мечеть.
Да, очень красивая и большая мечеть. Это вот территория перед мечетью. Мне тут подсказали, что рядом с мечетью находится местная амбулатория. Где-то в этой стороне. По этой улице асфальта нет. Позади мечети есть еще одно здание. По всей видимости, это старая мечеть. Видимо, данное здание и есть местная амбулатория. В данном ауле акимата нет, так как Расколов аула относится к Алатаускому сельскому округу. И акимат у них расположен в ауле Кызылкайрат. Про Кызылкайрат уже есть видео на канале. А про школу местную я узнал, оказывается, это одна школа на три аула. То есть туда ходят дети из Расколов аула, Береки аула и Орман аула. Также узнал, что, ну вот, как я ранее говорил, что вблизи аула очень много разных мест отдыха. Это вот дорога, которая ведет к медучреждению. Тоже не в самом хорошем состоянии. Старый асфальт. В этой стороне находится Таябеко фарм. Не знаю, что это за ферма. Здесь вот протекает какая-то река, но, к сожалению, нигде название не написано. Вот, предлагаю сейчас вернуться к машине и уже поехать в сторону школы. О, здесь, оказывается, еще есть вот участок полиция пункта Демалсос. Магазин Марс Олпа. Кстати говоря, на некоторых картах данная мечеть отмечена как мечеть села Береке. Но это не так. Не зря я с собой омывайку возил. Только что закончилось. Все отлично. Теперь долил. Можно ехать дальше. Здесь вот в центре находится Айболдукене. И уйдем сразу направо наверх. Сказали, вот эта дорога наверх ведет в сторону школы. Арс магазин Дукен. ТЖО, СТО. Улица Бокина. Бокинку сейчас.
Дома тоже здесь продаются. Шолпан. А вот и школа двухэтажная. У школы есть дорожное освещение. Здесь рядом со школой есть памятник и небольшой что-то вроде парк. Так мы, к сожалению, не пройдем. Здесь вход на замке. Может быть, только через территорию школы. И здесь напротив есть магазин Тенге. Тенге Дукене. Отсюда, походу, тоже не пройдем. Благо, со стороны школы забор намного меньше, и его можно перешагнуть. Вроде как по этой дороге можно обратно выехать на трассу. Если ранее говорил или нет, то в этом ауле по старым данным проживает примерно 3000 человек. Также хочу подметить, что здесь ловят 4G связь, есть мобильный интернет. Вот и выезд на трассу. Алма Акбулак отель здесь вот с правой стороны только что проехали. Я так понимаю, это все относится к аулу Расколов. Здесь вот вроде как яблони растут. Это я сейчас показываю все то, что находится вдоль трассы. Кстати говоря, здесь вот есть зона отдыха «Я тут». Мы там как-то отдыхали. Есть отдельное видео о нашем отдыхе на этой базе отдыха. Вот, кстати говоря, находится напротив населенного пункта Расколов. Здесь вот с левой стороны тоже большой забор, большой дом. И мы сейчас снова вернемся на центральный въезд в населенный пункт. Алматы 44 километра, Талгар 5 километров. Thank you.
Рахмет, сау болыңыз. Спасибо и до скорой встречи.